Росавтодор заявил о том, что капитальный ремонт дорог в Симферополе ведется без нарушения установленной технологии. Работы на трех улицах города идут строго по графику. Мешают лишь строения, выходящие за пределы красных линий частных землевладений. Восстановление симферопольских улиц Бахчисарайская, Нижнегоспитальная и Коммунальная началось еще в середине прошлого месяца. На все работы предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. В скором времени подрядчик начнет укладку нижнего слоя асфальтобетона, при этом привлекаются дополнительные единицы техники. Благодаря чему есть возможность увеличить темпы работ. При этом, как заявляет профильное надзорное ведомство Росавтодор, нарушения технологии капитального ремонта нет, так что можно рассчитывать на качественное покрытие на указанных улицах. Кроме того, начались работы и на улице Чехова. Подрядчик демонтирует изношенный бордюрный камень и устанавливает вместо него новый. Среди препятствий, которые возникают перед строителями, нарушение собственниками земельных участков границ. Сооружения выходят за пределы так называемых красных линий, чем мешают проведению работ. Всем нерадивым владельцам домовладений уже выданы предписания о добровольном переносе строений, однако законные требования выполнил лишь один.